Вот я снимала ролик о том, что я подготовила подгонку. Здесь бурная кислота, марганцовка. Я еще добавила капель 20 йода. И вот теперь я буду поливать вот так под каждые кусты клубники подгонка. Будет лук можно тоже налить. Луку сейчас тоже достанется. Вот, вот так вот. Луку тоже достанется. Так. Так. Вот эта подкормка для клубники. Сейчас я хорошо пролила шлангом. А теперь можно подкармливать вот каждые кустики. Сейчас ведро надо сюда подвинуть, чтобы было ближе. Так, несу ведро вот сюда. Вот так. Сейчас вот здесь вот эти кустики. Вот створчик. Это подкормка. Вот здесь вот так подкормка. Здесь еще нет ничего, но подкормка будет. Ну, еще сделать подкормку. Так, я так думаю, вот тут лук у меня есть. Вот такой лук. Я думаю, его тоже надо бы подкормить. Вот, вот такой лучок. Вот такой лук. Я так думаю, его тоже надо немножечко подкормить. Я же сказала, кому достанется еще. Вот так. Так, кого еще подкормить? Вот так, вот здесь у меня есть высокой грядки, но тут надо будет пропалывать. Видите, что это? Это сельдерей. Я посадила корешок, и вот он у меня пророс. Сейчас я его тоже подкормлю, а завтра буду, вот я его подкормлю. И что тут еще не знаю, но вот все тут вот так придется все вылить вот сюда. Не знаю, что здесь растет. Вот так. Вот такая подкормка. Вот.